Итак, друзья, страшный тайфун ушел на Монголию. Казахстан уже захвачен циклоном, но у нас сегодня с дочей оперативное задание. Мы решили поделиться с вами отличной идеей. Как я уже и говорил, большую часть своей жизни, а это около 15 лет, я отдал сноуборду. Соответственно, очень часто мне приходилось шить балаклавы себе для этого спорта. Поэтому я помню, что нужно сделать 14 сантиметров сюда и 16 сантиметров вниз. Я вам потом чертеж покажу, друзья. Теперь делим 16 сантиметров на 4 части. 4, 8, 12. И тут. Еле заметные делаем полоски. Отмечаем по 2 сантиметра здесь и здесь. От 2,5 до 4 отмечаем косые линии. И от 2,5 до центра отмечаем тоже. Теперь нам нужно отступить от центра по 0,5 сантиметра и нарисовать радиус. А здесь по сантиметру внутрь. И тоже рисуем радиус. Нам осталось добавить подворот для веревочек в 2,5 сантиметра. Вот такая маска у меня будет на пол лица. Понятно? Видно? Нормально? Теперь нам осталось это вырезать. Вырезаем выкройку без припусков. Припуски добавим уже на ткани. Переносим выкройку на ткань. Мы решили сделать маски для всей семьи. 8 штук. Нам, семье, и бабушкам, и дедушкам. Сделали 4 маски с припуском, 4 без, для разных размеров. Решили для масок выбрать хэбэшную ткань. Она хорошо дышит и приятна лицу. Вы заметили, как удачно мы подобрали ткань по рисунку? Как нельзя кстати, у нас под рукой оказался оверлок и швейная машинка. Собираем две детали, обработанные на оверлоке, вместе. Сшиваем и выворачиваем детали на лицевую сторону. По-моему, смотрится неплохо. Дочь, оцени. Сколько сосредоточенности. Решил вшить клапан в свою маску. Будет прикольно. Благо старых строительных масок у меня навалом. Теперь вирусная инфекция нам не страшна. Заканчиваем с апгрейдом масок и подшиваем края, чтобы вставить резинки. Стоимость маски всего лишь рублей 10. Очень хороший вариант, и всем его рекомендую. Таким образом, друзья, мы поддерживаем режим самоизоляции в нашей стране. Советую вам не оставаться равнодушным к этой ситуации. Всячески беречь себя и своих близких. И ради будущего нашей страны, ради будущего вашего дома. Здоровья вам. Друзья, мы вместе, все будет хорошо. До скорых встреч. Пока.